И вот мы прибыли на интересное место. Вот Димон, мой помощник и оператор. Так, куда убегаешь? Постой в кадре. Предположительно, на этом месте была усадьба одного из князей. Так как мы здесь сегодня приехали, но как будто нас кто-то слышит или подслушивает. Лежу свежевырытые ямки. Ну, значит, не одни мы будем искать. В любом случае, как я всегда говорю, что даже если кто-то и рылся, всегда можно найти все, что еще осталось для нас персонально. Но мы надеемся, что для нас осталось довольно-таки тоже немало. Я думаю, что тоже много интересного. Сегодня Дима у нас будет и вертолетиком своим снимать, квадрокоптером, и, как говорится, помогать мне уже как оператор. Пока мы еще не распаковались, пока посмотрели, что где как. И чем знаменит этот князь, как бы остался в истории. Это был, я еще уточню, скажу точно, что там именно, но, как говорится, будучи отставным военным чиновником, он женился на очень молоденькой девушке, еще лет 18. Но потом она прославилась другим, и, как говорится, то, что детей у них не получилось, наверное, по каким-то своим причинам, и семья распалась. Но саму усадьбу долго не могли никто разрулить, где она находится. И вот, по-моему, предположительно, вот мы нашли то место, совместив несколько карт сразу, то есть очень старых. Поэтому будем искать, смотреть, ну и что найдем, то покажем. А что не найдем, как говорят наши любимые друзья, не покажем. Так что смотрим, роем, показываем сигналы. Ну вот, очередной сигнальчик. И самое интересное, да, долго-долго искал, и вот смотрите. Сначала думал монетка, потом думал, что это жетончик, потому что слегка заметно оказался просто-напросто ключик. Ну, хотя это находка и пропущенный сигнал. Хоть мне и сказали, что места избитые, но вот видите, вот такие интересные бывают находки. Очень много проволоки, и почему-то запах здесь такой неприятный. Видно, жгут какую-то резину. Ну, вот так вот. Тут надо, даже клеймо какое-то видно. Ну, ладно, не буду пока тереть ничего. Для интереса сам посмотрю. Ну, вот, идем дальше. Ну, вот, онлайн покопать у меня не получается. Ну, вот, очередной сигнальчик. И я, как вам скажу, это, по-моему, все-таки пуля. Пуля вся, вот тут просто я по кончику определяю, и вот он штучок. А так она вся закисшая. По-моему, наверное, это немецкий патрон. Но это уже не мне судить, я в военке не очень. Но самое интересное, что тоже очередной пропущенный сигнал на очень такой известной территории. Ладно, идем дальше. Докопавшись вот такой глубины, где-то почти полтора штыка, наверное, даже, или нет, штык, вру. И вот такой вот у меня предмет вылез. Я уже приблизительно понимаю, что это такое. Ну, это щипцы для того, чтобы колоть сахар. И, кстати, тоже красиво сделано, видите, сердечко, клепочка. Сохран, конечно, хоть сейчас в обиход, осталось только помыть. Так что вот такая у нас кусочек истории, выход. И самое смешное мне то, что только-только недавно здесь ходили мои знакомые и пропустили кучу сигналов. Ну, вот так вот тоже бывает. Интересная штучка. Кладем в коллекцию. А так для вас вот такая интересная деталь быта наших предков. Ну вот, очередной сигнальчик, не выдержал, увидел монетку и сразу ее достал. Такая вся она убитенькая немножко, но определить все можно. Это 2 копейки 24-го года. Вот сейчас я
чуть-чуть их ее почистил, ну ты не знаю, возьмет, вот она видна здесь, вот она 2 копейки, да, 24-й год, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Закисшая немножко, но попробуем ее очистить, так что все еще, как говорится, в наших руках. Так что идем дальше. Вот вам и избитое место. Ну вот очередной сигнал ужасный. Глубина где-то, по-моему, штык лопаты, даже 1,5. Ну вот я как раз почему включил камеру, потому что как раз нащупал. Вот он. И что меня поразило, это вот это. Не знаю, будет видно ли вам. Радость наших предков. Так. Включаю поинт. Адреналин зашкаливает. Потому что я никак не могу. Я понял, что это такое. И вот уже лезу. Это пипец, конечно. Это очки велосипеда. В сохране. Без трещин. Обалдеть. Ну, дужки, бог с ними, с дужками. Но это же что-то феноменальное. Фу. Идеальный сохран. Даже вот эта оплетка не испорчена. Да, это что-то, что-то, что-то. Ну вот, пожалуйста, любуйтесь, господа. С глубины почти 1,5 штыка. Я не знаю, чем. Хотя первое, что еще сначала вылезло, потом стал прозвонить, это кусок свинца. Или железяки какой-то. Ну, почему свинца? Потому что что-то немножко он гнется вот так вот. И тяжелый. Он лежал рядом, но когда копнул, как раз я зацепил по нему. И дальше пошел уже работать поинтом. Ну, вот, наверное, если бы полез лопатой дальше, то очки бы точно я сломал бы. Вот так вот. Вот такая вот натюрмортина. Рад, коп идет не зря. Вот вам так называемая старая-старая усадьба. Как я и говорил, что что-то будет. Искателей здесь было много. Ну вот, как говорится, наш князь с двойной фамилии Лобанов-Ростовский, как я говорил, что очень интересная у него судьба. Как я еще раз повторюсь, что он женился на молоденькой девице, будучи в отставке. Прожил с ней 10 лет. Ничего, как говорится, не нажил, я имею в виду, что детей у них не было. Вот такая вот теперь это заросшая местность. И как говорится, наверное, больше копателей. Это вон там, как если увидите, то кроты. Вот они мне как бы помогают немножко. Кое-что вылезает наружу. Ну вот еще я немножко пороюсь и, наверное, буду уже собираться до дома, до хаты. Так как планирую завтра сходить еще со шпаной поискать в другом месте. Вот очередной красивый сигнал. И, честно говоря, я расстроен, то, что это серебрушечка. Но не я ее сломал, как говорится, нашел 2 кусочка. Не знаю, что это, кто это. Попробую немножко отмыть, увидеть что-то. Очень тяжело сейчас. Попробую немножко увеличить. Вот такая вот монитосинка. Что там, как. В общем, на 3 части. 3-ю часть я так и не нашел. Вот так вот я даже ее покажу. Что там и как, пока не знаю. Очень хрупкая даже сама по себе, но серебрушечка. Ну вот, очередной сигнал пинпоинта. Вот я. Вот он. Монитосинка царская, давно уже искомая. Вот он вам. Хоп.
Так, вот если я правильно вижу, 3 копейки, 1852 год. Красавец. Ну вот, оттирать не буду, дам просохнуть. Ну вот очередная находка. Именно в тех местах, где уже много-много раз оторвали разные. То есть, ой, господи, что-то я уже устал. За 3 часа уже все, я вымотался. Пора, наверное, заканчивать. Ну вот, уже более четко ее видно. Потом ее почищу, проведу в порядок и уже, соответственно, приложу чистенькую. Но пока, ну, на данный момент видно, не убитая, более-менее сохран. Так что, ладно, до следующих. Ну что, вот мы и закончили наш коп. Вроде бы все хорошо, неплохо сходили, неплохо покопали. Ну, перечислю так, по мелочевке. Нашел белончик, правда, он разрубленный на 3 части, нашел только 2 части. Не мог определить, что это за монетка, какая, но то, что серебряная, это точно. Потом нашел 3 копейки 1852 года. Совсем недавно еще, вот буквально перед уходом. Тут сейчас я попробую вам навести, как раз на рюкзаке лежат. Немецкая подкова и кусочек, подставка от самовара. Вот еще яма не зарыта, как раз от одной из находок, то есть самовар был. Ну и, естественно, как бы поход удался. Там еще что, бытовуха была найдена, щипчики. Но самое интересное, это очки-велосипеды. Это для меня что-то. То есть, как говорится, необычные вещи, необычные... В необычном хорошем сохране их можно отреставрировать, нет только душек. А так, ну, коп удался, хотя я как понял, что эти места ой как сильно избиты, то есть копов, ну, единственное, что есть чудаки, которые не закапывают за собой, вот этим по шее его надо надавать, желательно бы древком лопаты, как говорится, махануть, но я думаю, что мозгов от этого не добавится. Ну, а остальное, кроты, как говорится, помогли, как я уже говорил, что очень много они разрыли. Так я, правда, не дошел до того места, которого еще хотел. Там где-то недалеко здесь небольшой прудик, но его нет на карте, а в памяти он у меня есть, потому что мы туда раньше ходили купаться. Хотел посмотреть еще около него. Ну вот, как-то так. То есть, щипчики для сахара тоже интересная вещь бытовая. И, скажем так, в нормальном сохране, даже рабочий. Ну вот вроде бы и все, на этом я заканчиваю. Спасибо нашему деревенскому князю Лобанову Ростовскому, как говорится, благодаря только ему и, как говорится, ой, краеведу Старикову, и благодаря им я начал, как говорится, искать в этой местности. Очень много, конечно, здесь грязи, все загажено, все очень-очень все запохаблено. Просто деревенька, она буквально вон там за моей спиной. И люди несут мусор не в контейнера, а несут вот прямо вот в эти лесопосадки. Вот как раз я стою на старой дороге, все здесь заросшее. Раньше было поле, раньше оно перепахалось. Но сейчас, наверное, сельское хозяйство никому не нужно, и перепахивать никто ничего не хочет. Но бог с ними, я не судья этим людям. Я просто всегда так говорю, что земля здесь хорошая, роется легко. Может быть бы и урожай был какой-то хороший. Раньше здесь и картошка сеялась, и кукуруза при Хрущеве. Но сейчас уже все это заброшено. Что еще мне хочется сказать? Что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Стараемся для вас показать кусочек истории, что мы нашли, я еще очищу и покажу, приложу отдельно. И, наверное, приложу к этому видео именно то, что нашел здесь мой друг. Он мне как бы дал эти вещи на не реализацию, а именно для показа. Я их просто приложу к этому видео, что он нашел их именно здесь, то есть тоже искал, тоже недалеко. Там много чего интересного. Там главное, самое интересное, есть патрон. Ой, да, полностью патрон.
американский кольт 45-го калибра, тоже очень интересно. Есть пряга. Государственное учреждение, это от учебного, как это, она такая маленькая, медная, на ней ГУ стоит. Государственное учреждение, то есть это учебное, то есть она, правда, без застежек, но сохран идеально хороший, в том смысле, что видно, что на ней написано, вот эти буквы. Еще он еще здесь нашел монетку, но пока ее отложил в коллекцию, тоже, наверное, 3 копейки, но я не помню, какого года. Ну, в общем, я говорю, что есть что посмотреть, я приложу. На этом пока все. Заканчиваю свою беседу с вами. Рад буду увидеть вас на своем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если, как говорится, какие-то ссылки по историческим вещам, я приложу в конце фильма. А теперь пока-пока. До новых встреч!